Очередная авария на шахте в Донецкой области. На шахте «Центральная» госпредприятие «Торецк-Уголь». Это на подконтрольной Украине территории. В 14 часов произошел обвал. Под завалом оказались четверо горняков. Трое самостоятельно поднялись на поверхность, а вот четвертый рабочий очистного забоя погиб на месте. Произошел выброс угля. Причины может быть геология, горно-геологические условия или... Бывает, что нарушается паспорт ведения горных работ. Надо проводить расследование. Напомню, неделю назад на шахте «Степная» во Львовской области произошел взрыв метана. 8 горняков тогда погибли, 23 были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. Открытое уголовное производство по статье «Нарушение правил безопасности». И завтра с 9 утра шахтеры Львовской области начинают акцию протеста. Они требуют выплатить задолженность по зарплате, а также разблокировать счета предприятия «Львовуголь», которые были арестованы из-за долга шахты за электроэнергию. Первая акция будет проводиться в виде пикетирования и недопущения отгрузки угля потребителю. Вторая акция будет проводиться во Львове. Будут пикетировать суд. Для того, чтобы привлечь внимание к тому, что предприятия все 7 шахт работать не могут.